Смирне, сидим, марш! Ежедневные занятия по строевой, физической и огневой подготовке. На 10 дней база войсковой части 55-30 превратилась в самый настоящий лагерь. Воспитанники военно-патриотических клубов «Сокол» и «Рубеж» в эти жаркие дни окунулись в солдатские будни. Военно-полевой сбор здесь проводят впервые. В планах сделать это доброй традицией. Один из ключевых пунктов лагерной жизни – дисциплина и режим дня, который, к слову, расписан поминутно. Неизменна отработка строевой, причем в течение всего дня. Куда бы ни шли, обязательно строим и выполняя команды офицеров. А еще общая физическая подготовка – турники, брусья, отработка приемов на груши, позже элементов самообороны на практике. В общем и целом, все то, чем ребята занимаются на протяжении учебного года, но более усиленно и в максимально приближенных к военным условиям. С детьми проводим занятия на протяжении всего учебного года. Так как у них уже начались каникулы, мы с ними плодотворно работаем. Непосредственно за этот весь промежуток времени они становятся уже более коллективом, так скажем, одним. Одно целое. Потому что они пришли один день, занятия провели, все, забыли, ушли домой. А здесь они уже один общий коллектив, помогут друг другу в чем-то, потому что каждый ребенок, он разный. Самая главная наша цель была этих сборов, это показать ребятам, как нужно себя вести в обществе. Справа, марш. Одно из излюбленных мест в лагере – столовая. На сборах у ребят обязательно четырехразовое питание, разнообразное и полезное, что немаловажно, абсолютно бесплатное. Было у ребят время и для творчества. Гитара в эти дни стала надежным другом и соратником. Кроме того, воспитанники клубов проводили вечера в дружеской обстановке, ходили на экскурсии, занимались арт-терапией. А еще успели сплотиться и воодушевиться на новые смены. Лагерь наш прошел классно, мне все понравилось. Мы нашли себя больше друзей, научились дружить. Мне больше всего понравилось, как... Мы тренировали свою строевую подготовку. Это было самое сложное, но самое интересное. Мне очень все понравилось. Особенно мне понравилась тут большая дисциплина. Нас обучили в огневой подготовке, физическая подготовка у нас была, тактическая подготовка. Мы стали быстрее, умнее. Первая смена военно-патриотического сбора завершилась, резюмируя на отлично. Совместным времяпрепровождением остались довольны как ребята, так и военнослужащие, проводящие с ними всю смену. А это значит, не за горами еще не один заезд воспитанников. Совсем скоро в войсковую часть прибудут девушки из местных военно-патриотических клубов. В целом же в планах этим летом поочередно провести подобные сборы для представителей профильных военно-патриотических клубов со всей Витебщины. Елизавета Борбат и Николай Якубеня. Телеканал «Звезда».